Слушай, ну объективно, я уже вам говорила, наверное, это самый лучший контент вообще, который я видела, который я встречала. Мне самой, во-первых, вся эта история очень нравится. Бесспорно, очень классно, ты знаешь, воспринимается теми, с кем я работаю, тем, для кого мы все это делаем. И ты знаешь, наверное, мне как вот, ну, первоисточнику какому-то, да, человеку, который продает какой-то продукт, очень хочется своим клиентам, людей, которых я уважаю, обучаю, которых мы должны вдохновлять, сделать для них что-то очень классное, чтобы они почувствовали, да, насколько они для нас важны, о том, как они нас на самом деле вдохновляют. Вот, ты знаешь, за много-много лет, как бы, вот это реально как бы вау, потому что здесь учтено огромное количество каких-то, ну, важных для тренера вещей. Элементарно, раньше мы все стояли перед флипчартами, да, стояли спиной к людям, с которыми мы работаем. Иногда писать неудобно, да, иногда не хватает места, как обычно, да, там все потом заклеивалось вот этими листами с флипчартов для того, чтобы была визуализация. А тут, благодаря тому, что есть динамика, да, мне как тренеру это очень классно с точки зрения того, что я удерживаю внимание. То есть вот эта вот эра презентации, когда их, знаешь, запускали, что-то там щелкали, показывали, все уже все прочитали, никто ни за чем не следит, да, а здесь все-таки есть вот эта интрига, динамика. Первое время вообще все это было очень интересно, удивительно. Мы пытались даже прорисовывать какую-то вот анимацию для себя, планировать, да, что ты будешь сейчас, ты приходишь, у тебя такая огромная доска, такой контент как бы крутой. То есть тренер тоже развивается, то есть мы ориентируемся здесь и на людей, которые аудиально, да, воспринимают информацию, на людей визуально, и те, за кого я всегда болела, кинестетики, которым нужно вот, да, пощупать, какое-то действие нужно. Между прочим, вообще сфера обучения очень сильно двигается в этом направлении, чтобы была какая-то тактильная история. Да, те, для кого мы это делаем, они не могут подойти и потрогать, но они как будто бы, вот, да, вместе с тобой участвуют в процессе. Слушай, ну круто. Ну и плюс вообще с вами очень классно работать, вы так, знаешь, заряжаете, вы наши тренеры, коучи тоже, вы очень вдохновляете. Плюс, ты знаешь, я очень красивая получаюсь с вашей камерой, мне как девушке очень это приятно, действительно, это дает какую-то дополнительную уверенность, то есть ты не думаешь, да, о том, как бы там, блестит ли лоб, там, или не знаю, как я выгляжу, да, ты за это спокоен, потому что я это переложила на вас, я вижу, что это круто, классно получается, я занимаюсь, ну, своим делом, а вы круто делаете свое, за что вам огромное спасибо.